числе участников круглого стола представители областной и местной вертикали власти, образовательных учреждений, общественных объединений, а также бизнес-сообщества региона. На повестке дня ход реализации проекта международной технической помощи, направленного на улучшение доступа сельского населения Беларуси к финансовым ресурсам. 6 лет назад Республиканский микрофинансовый центр выиграл грант на внедрение данной инициативы. Цель проекта – дать возможность экономически активному населению в сельской местности. Сельской местностью в рамках нашего проекта понимаются населенные пункты до 20 тысяч населения. Дать возможность предпринимателям, тем, кто хочет заняться бизнесом, ремесленникам, фермерам, владельцам агроусадьб, владельцам микропредприятий, дать возможность получить дополнительные знания по ведению бизнеса в сельской местности и предоставить в рамках проекта какую-то микрофинансовую поддержку их бизнеса. Проект многокомпонентный. Первая его часть – учебная. Микрофинансовый центр проводит конкурс на организацию обучающих мероприятий. Его победители затем проводят семинары, тренинги и лекции для сельского населения. Спектр тем, которые поднимаются в рамках таких встреч, широк – от основ предпринимательства до сельскохозяйственных технологий. К данному проекту мы подсоединились в мае прошлого года и провели уже совместно 6 семинаров. Различные темы у нас. Каждый семинар – это разная тема. Докладчики с опытом работы, с высшим образованием в доступной форме преподносят это все через мультимедийный проектор на экран. Потом мы выходим на местность, на агроусадьбу, показываем. Хозяйки агроусадеб рассказывают, и специалисты в данной отрасли тоже делятся опытом. Большое внимание уделяется повышению финансовой грамотности населения. В стране существует план совместных действий участников финансового рынка и госорганов по повышению финансовой грамотности на 2013-2018 годы. Одним из активных участников этого плана, реализация этого плана по финансовому обучению является Республиканский микрофинансовый центр, и в рамках нашего проекта мы обучаем ежегодно около 20 тренеров в проведении курса «Планируй свое будущее». Великолепный, интересный очень курс. На данный момент за 2 года 61 тренер обучен со всех регионов Беларуси. Затем они проводят уже непосредственно в сельской местности с нашей группой целевой вот эти тренинги по финансовой грамотности. На Брещине обучение в рамках подобных мероприятий прошли более 1500 человек. Всего по стране 3000. Люди к проекту подключаются достаточно активно. Очевидно, понимая, что принцип «кто владеет информацией, владеет миром» никто не отменял. Тренинги были организованы для рабочего трудоспособного населения сельского совета, для индивидуальных предпринимателей и их семей, и людей, которые начинают развивать свой бизнес. И есть положительные примеры, когда, пройдя курс обучения по программе, они успешно развиваются, продолжают свой бизнес и делятся опытом с другими. Цель сегодняшнего мероприятия – привлечение новых партнеров, которые смогут в дальнейшем проводить обучение. Однако в проект входит не только учебная составляющая. К примеру, с декабря минувшего года в его рамках действует программа микрофинансовой лизинговой поддержки. Те люди, которые получили какие-то вот эти вот знания и заинтересованы в получении оборудования, компьютеров, мини-тракторов в лизинг, могут приобрести через наших партнеров, которые тоже участвуют в проекте. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.